Между тем, на днях в Ленске торжественно открыли новую спортивную площадку во дворе одного из домов города. С подробностями торжественного открытия Светлана Балеева. Уже не один двор нашего города обстроен новыми детскими спортивными площадками, на которых дети с удовольствием играют. Еще одной идеей по благоустройству у главы города Александра Харонова стала постройка спортивной площадки для детей в одном из дворов в центре города. Перед воплощением этой идеи в жизнь была проделана огромная работа по очистке территории, вывозу гаражей, отсыпке песочно-грунтовой смесью, а также был произведен демонтаж старой площадки. Во-первых, очень хорошее местоположение в центре города. Есть место. И вот на сегодняшний день, в прошлом году мы сделали здесь придомовую территорию, сейчас мы поставили хорошую спортивную площадку. На следующий год мы планируем заменить детскую площадку, да, провести здесь еще благоустройство, озеленить. И надеюсь, что этот двор превратится в один из лучших дворов города Ленска. И потом на основании этого примера мы уже будем делать другие два дворы. Открытие спортивной площадки стало возможно благодаря помощи меценатов. Спонсорской помощи открытого акционерного общества «Алроса» Андрею Бухарову, который приобрел спортивную площадку. «Сахастройсервис», который взял на себя ее доставку. И исправительной колонии номер 8, которая занялась ее установкой. Согласно программе развития, значит, молодежи и спорта в Республике Саха-Якутия, значит, это было приурочено к этому, значит, мероприятию. И благодаря, значит, данным, так сказать, общим усилиям на сегодняшний день данная площадка открыта. Значит, ну что хочется сказать, значит, мы и в дальнейшем будем сотрудничать с администрацией по поводу, значит, выполнения таких объемов работ. После торжественных обращений приглашенных наступил торжественный миг праздничного мероприятия. Гости перерезали красную ленточку и прошли на площадку. Здесь, на футбольном поле, глава города, представитель компании «Алроса» и начальник исправительной колонии оставили свой автограф на только что подаренном мяче. В этот день состоялось открытие первой образцовой спортивной площадки. Но это только начало. На сегодняшний день рассматривается вопрос об установке такой же площадки в городском парке культуры. Летом площадка – футбольное поле, зимой площадку можно будет использовать под каток. Вопрос о приобретении коньков, лыж находится также в стадии рассмотрения. Светлана Балеева, Денис Семенов, НВК Саха, Ленск.